дождался. Видели его в Екатеринбурге весной, если не ошибаюсь, на одном из турниров RCC. Ой, как хорошо попал Глеб! Мы даже не успели начать комментировать. Готов? Вот, мы говорили про Тори, будет джебами затыкивать, левый боковой и до свет. Ты знаешь, как говорится, почувствовал Глеб запах крови, да. И пошел добивать. Хорошо, с правой. Так, ножки-макарошки. Все.